Друзья, всем добрый день. На связи Центр пляжных видов спорта СССР, который находится в Химках. Им в эти даты проходят сборы учебно-тренировочные у двух женских сборных. Сборной России и сборной Белоруссии. Два товарищеских матча запланированы. Один состоялся вчера, другой сегодня. У «Кристалла» четверка полевых, ну и в воротах Анна Колбаева представляет петербургскую «Звезду». Ну и вообще, слово «Петербург» будет звучать сегодня неоднократно. Анастасия Горшкова приложилась буквально на первых секундах. Хочет сыграть в контроль. Ну и сейчас, как мне кажется, да, через голкипера, все верно, через Анну Акылбаеву. И та снова на ворот Бычкову, а вот здесь чуть не подкараулили ее. И что в итоге? В итоге фол. Стык был между Варварой и... Вообще, на повторе видно, что нарушение правил было. В общем, это такой прирожденный бомбардир. Смотрим за ее ударом. Сильный удар, и мяч под перекладиной. Проблемы вот в организации атаки. И там были недочеты. Фол Варвары — это уже как такая завершающая точка. Мне не очень здорово. Пока еще не отлажен этот момент у вратаря на сборной Белоруссии. Стрембицкая. Удар неожиданный. Хорошего роста. И Гречихина, и Боброва, и Стрембицкая. Ну и вот там с Зубиловой они обменялись уже взглядом. А на Горшкову передача. Проходит этот пас. И Анастасия Горшкова на дальней штанге забивает гол. В этом матче вчера как раз голы ее обошли стороной. Но вот сегодня показывало, что будет угловой. Силина уже на Зубилову. Зубилова одна. И одна шквара. Будет ли удар? Поворотом. Есть гол. Забивает Дарья. Забила она. Ну и Дарья Шквара тут, конечно, вроде бы, казалось, уже себя поставила в очень сложную ситуацию. Горшкова. Горшкова полезла на соперника. В итоге Фомченко. Нет, тут Горшкова успевает. И дальше на Варвару Бычкову. Та одна, можно пробивать. И есть гол Варвара Бычкова. С того, что те, кто забивали вчера, сегодня не попадают. И есть на счету Варвары гол и вчера, и сегодня. Ну и Варвара забивает свой 7-й мяч за сборную России в 9 играх. Наверное, из-за счета. Все-таки Дарья Зайко такой твердый номер один. Харитончик! Харитончик! Ворота большие, расстояние уже было изнутри 9-метровое. Еще так с носка ткнуло. Да, вот со штыка. Ну и возникает вопрос, где же те футболисты, которые ковали вот эти победы. Варвара Бычкова! Дубль! Ну просто вон издали. И Екатерина Стрельчик, как и Дарья Зайко, оказались неуделы. Ольховик. О, как хитро. И дальше. И гол. Екатерина Ольховик. Много игр в чемпионате Санкт-Петербурга, в Кубке Санкт-Петербурга, в региональных турнирах играла против вот всех футболистов, которые здесь представлены, петербургских. Решила пробить. Удар поворотом. Сержантова не смогла подстроиться, зато Зубилова подстроилась. Зубилова продирается сама. Удар и мяч в сетке. Два гола Варвары Бычковой, гол Горшковой, Шквары и Зубиловой. Ну вот Юлия Сержантова, не знаю. Ну, видимо, не коснулась, да, давайте вот здесь смотреть. Да, не коснулась. Ну все, Яна Зубилова, этот гол твой. Дарья Шквара возвращает сейчас мяч Виктории Силиной. Ну и Виктория то сама пойдет. Да, пошла сама и забила сама. Ну и давайте смотреть. Варвара Бычкова так нагнулась и этим смутила как раз Елизавету Мухтар, которая пропускает 6-й гол. И идет в атаку Боброва. Идет Оксана дальше. Бьет поворотом. Стрембицкая. И гол забивает Диана. И радость ее, конечно, сейчас могут понять все. Это первый мяч Дианы за сборную. 7-3 становится счет, и уже на концовку, на оставшиеся минуты 46, снова меняется сочетание Илья Леонов. Сразу в касание, очень разумный был ход. Так сыграть, ой-ой-ой-ой-ой. Да, красная карточка Яни Зубиловой. Будет на Дарью Шквару. Единственное, что только уже пас в ноги остается у Дарьи. Дарья сама полезла, играет на Горшкову. Горшкова... Здорово там игруш против нее. И в итоге отбирает мяч. И все. И звучит свисток об окончании матча. И вот здесь как раз смотрим. Анастасия Игруша летела за этим мячом. Дальше стык. И вот здесь... Что ж в конце-то такое случилось?
Здесь две победы у сборной России. Продолжается эта серия побед в противостояниях с Белоруссией. Но я думаю, что, наверное, в ближайшее время мы еще встречи этих команд увидим.